рядом с твоей... Это наш огород, вот этот маленький огородик. Смородина черная. Здесь. Еще малина была. Это вот. Иногда тоже смотри. Буду, когда будем ехать. Я иду с этим. Там куры. Посмотрите, не бойтесь, кури. Хоть курей держат, хоть как-то. Чё вы такие тощие, солнышки, а? Тоже воды нет, да, у вас? Now when the rooster is talking to you. The rooster is talking to you. It's also saying pop pop pop. Вот это рядом окно, это кухня. Я еще хочу на кухне. Вот тут тетя Маша жила. Внизу. Еще на кухне. Он же умер давно. Да во что? Конечно. Как он умер? Мы приезжали позапрошлый год. Умер. Но он мучился с ногами. Я знаю, мне рассказали, как он вас всех мучил здесь. Пить надо было меньше. Начал пить, да он никогда не пил. Нет, никогда, пока я здесь жила, он не пил. Мы с 87-го года живем, вот это наглядная посуда. Квартира закрыта, да? А вот здесь жила, она была продавец книжек в магазине. Пиццерия. И где я тут живет, дочка ее. Дочка живет здесь, да? Да, а Соня сама? Умерла, да. А внизу умер. Киргизы? А? Внизу киргизы жили. Это Аня Абдулдаева там живет. Ну, это его дочь, да? Нет. Это другие живут, да? В соседнем подъезде живет Кулан, это там Чукчуана. Спасибо. Вот эту квартиру хочу на двери поставить. Здравствуйте. А мы здесь жили давно, поэтому. О, молодцы. На экскурсию приехали. Это хорошо, когда кто-то приходит, кто жил здесь.
здесь сейчас кто живет? Дарья? Дарья живет? Да. Интересно, она дома? Нет? Ходи, моя сына. Она сама здесь живет еще? Саня здесь, на кирпичной. А дети как? А вы сами где сейчас? В городе? В Бишкеке. Бишкеке. Да. Молодцы. Галя, спасибо. Сдает квартиру. Кто-то помнишь, дедушкина дочка, внучка Галя? А как она сдает эту квартиру. Детей похоронила. И мальчика похоронила, и девочку похоронила. С внуками теперь занимается. Квартира, свой кусочек и все. У нас еще там укроп был, петрушка еще была, малина была. Ренатка знала, что ей малину нельзя, вот так соберет ладошки, приносила и мне давала малину кушать. Вот. Вот видишь, сколько сливы на этом маленьком дереве. Извините, пожалуйста. У него одна работа здесь была тут, одна. Покажу, пойдем, покажу сейчас магазин, который в подвале. Туда идем, ниже. Ниже, а здесь уже. Снимай маленький. Этот дом молодец, как красивый. Наверное, много молодых там, да? Нет, у них много денег. А у нас вот денег нет. А, денег много. Нет, ну, бывает, что и денег много, они ничего не делают. Говорит, корм деливерила. Дайте внутри, опадайте внутри. Пойдемте, Джапрогом, сюда пойдемте. А где магазин? Комнаты маленькие. Расположение прелестное, потому что у меня там жила руководитель, которая кройки шитья преподавала у меня в клубе. Папа, вот давай идем обратно. А? Сейчас мама приедет. Смотри, чтобы она не потеряла. Я хочу пить. Она туда. Это капуста вон. Видишь, капуста? Вот. Здесь сколько яблок много. А здесь мои друзья жили в этом доме, Николай Матвеевич. Собрали, все сделали хорошо. Вон в том подъезде живут. Давайте не выходим. Он же заранее выходил. Заранее выходил. Видишь, остановка какая.
А вот здесь была библиотека. Интересно, библиотека есть? Нет? Ну, закрыта. Огромное дерево, красивое. Ходят люди еще через парк. Сейчас закрыто. А он при мне с утра и до вечера дом культуры был. Что ты моим фотоаппаратом не сфотографировал у Дома культуры? Я хочу в Одноклассники отправить. Разгоняется. Да, быстро, папа. Дима, ну, когда она катает, это не вскакивай, Марку, я остановлю ее. А то хочешь? Папа, быстро. Теперь вот так. Это. Сейчас, подождите, сидите, не вставайте. Что у мамы? Спасибо большое. Спасибо. Повторно классно. Я свой телефон хочу забрать. Вовнутрь не зайдете? Живой. А Дробыш? Дочка приехала вроде. А Дробыш живой? Третий цех, начальник. Да. Тут все восстановили, а тут все заброшено. Пол здания. Ну, все сейчас кто не работает, кстати, да? Нет.
стороны. На второй этаж пойдем. Нет, на второй уже не пойдем. А там, она не пойдем же на второй этаж. Она логичка. Нас там ждут, ага. Спасибо большое вам, что вы пустили нас. Мои дочь ждет. Живых лебедей нет, извините. Красиво. Только есть покрыша. Там настряпали. Вообще красиво. Покатайте, садитесь, покатайте чуть-чуть. Здесь так уютно, да, Маня? Пойдем. Ну, приятно, что помнят. Столько лет же прошло все-таки. Немало лет. Сколько? С 86-го года. Это уже сколько лет прошло? С 86-го? Да. В 86-м году же можно. 30. Так. 35 лет, да? Да, 35 лет. Стрекоза, да? Да. Красивая.